Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам дождь Minecraft Pocket Edition. Это видео для тех, кто не видел ни разу дождь Minecraft Pocket Edition. Вот у меня сейчас начался дождь. Так, давайте сломаем портал, чтобы он не вызвал никаких фризов в игре. Так, вот, все. Теперь разрушаем его, так сказать, форму. И заодно я нечаянно разрушил крышу одного из домиков. Все. Теперь давайте рассмотрим дождь. Дождь, конечно, это штука красивая. Но его очень снижает FPS. Допустим, у вас был 40 FPS, а станет FPS 35-34. Да-да, FPS снижается. Но зато при дожде появляется некий туман, которого в Майнкрафте просто-напросто нет. На ПК туман присутствует, а в карманной версии такого нет. Такую возможность еще нам не добавили. Так можно сказать, у меня протекает крыша, потому что я не сделал люк. Но чтобы пропал дождь, нам всего лишь понадобится поспать. Если на дворе ночь, а если на улице день, то нам просто придется дождаться ночи. И при дожде у нас очень хорошо клюет рыба. Сейчас я вряд ли что-нибудь поймаю, потому что режим креатива вроде бы не должно клевать. Да, вот как видишь, не клюет. Ну и ладно, главное то, что режим выживания очень хорошо клюет. Также мы сможем защититься от дождика под деревом, как в реальной жизни. Вот, ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.